Добрый день, уважаемые дамы и господа! 60-летию Объединенного института ядерных исследований, его славной истории и выдающимся научным достижениям, талантливым ученым и специалистам посвящается сегодня наш вечер. «26 марта 1956 года. Москва. Представители 11 правительств постановили учредить Объединенный институт ядерных исследований. Полномочные представители правительств подписали устав института. Основная цель института – объединить силы ученых социалистических государств для совместных исследований в области ядерной физики. Всей своей деятельностью институт будет содействовать использованию ядерной энергии только для мирных целей, на благо всего человечества». Слово предоставляется директору Объединенного института ядерных исследований, академику Российской академии наук Матвееву Виктору Анатольевичу. Друзья, сотрудники нашего института, наши ветераны, дорогие наши гости, коллеги из институтов, партнеров Объединенного института ядерных исследований, дорогие сограждане, жители нашего города, города Наукограда, дамы и господа, сегодня в нашем институте действительно большой праздник. Вот в такой же, как сегодня день, 26 марта 1956 года, как вы только что могли видеть на этом коротком фильме, подписанием соглашения 11 государств-учредителей был создан наш Объединенный институт ядерных исследований. За прошедшие 60 лет, конечно, институт прошел очень большой путь. И сегодняшний праздник, сегодняшняя дата, 60 лет, это, конечно, большое событие для многонационального коллектива нашего института. И не менее знаменательное событие для наших коллег, работающих в институтах стран, участниц Объединенного института ядерных исследований, в первую очередь, конечно, России, страны, которая предоставила нашему институту огромные возможности для его развития. Мне приятно сообщить сегодня вам о событии, которое состоялось вчера, вот в преддверии сегодняшнего праздника. Это было событие открытия, официальное открытие, начало строительства уникального научного объекта, научного комплекса сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов, который во всем мире известен как проект НИКА. Для участия в этой церемонии к нам в институт, в наш город, прибыл помощник президента Российской Федерации Андрей Александрович Фурсенко, руководитель правительства Московской области Андрей Юрьевич Воробьев, президент Российской академии наук академик Владимир Евгеньевич Фортов, заместитель министра Министерства образования и науки Российской Федерации Людмила Михайловна Огородова и председатель комитета полномочных представителей Объединенного института ядерных исследований, представитель Болгарии Лачезар Костов. И специально для участия в церемонии открытия начала строительства научного комплекса НИКА к нам из Соединенных Штатов Америки прибыл выдающийся ученый американский, лауреат Нобелевской премии профессор Дэвид Гросс, который сидит сегодня с нами в этом зале. Давайте его поприветствуем. В ходе визита, мне приятно это вам сообщить, было подписано нами с губернатором Московской области соглашение о сотрудничестве между Объединенным институтом ядерных исследований и правительством Московской области. И
Наконец, мне очень приятно, имею честь вам сообщить, что Андрей Александрович Фурсенко, выполняя поручение президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, вручил институту такой знаменательный знак – благодарность президента Российской Федерации Объединенному институту ядерных исследований за выдающиеся достижения в фундаментальных исследованиях и международное научное сотрудничество. В ходе случая я хочу поздравить весь коллектив института с этим вот высоким знаком. Пятого апреля этого года, после завершения работы комитета полномочных представителей правительств стран-участниц института, здесь в Дубне пройдет торжественное мероприятие, посвященное 60-летнему юбилею института. Пройдет оно по, как говорится, протоколу комитета полномочных представителей. Вот. А сегодня, в день рождения института, мы собрались в этом зале, чтобы отметить это знаменательное для всех нас событие, очень значительное для всех нас событие в соответствии с традициями нашего института. Дорогие друзья, наш институт действительно прошел за эти 60 лет большой путь, и я в своем выступлении, которое я делаю в соответствии с традициями нашего Объединенного института, постараюсь отметить важнейшие вехи на этом весьма непростом, но славном пути. Сделайте. Друзья, вы видите здесь, вот здесь. Друзья, вы видите здесь почтовые марки. Почтовые марки – это всем известный символ коммуникации, это связи между людьми. И сейчас в мире их насчитывается около 200 тысяч видов. Но нам, в Объединенном институте, очень приятно, что некоторые из них посвящены нашему институту, его важнейшим датам. Но вот вы можете увидеть марку Венгрии, выпущенную в связи с 10-летием образования института. А вот 20-летие мы отметили вместе с почтой СССР и почтой Польши. Вот дальше видим марку Болгарии, выпущенную к 25-летию института. И самая свежая – это марка, выпущенная к 60-летию института в Чешской Республике. Ну, далее в моем выступлении вы увидите в том числе марки, посвященные юбилеям выдающихся ученых, которые работали в нашем институте. Точка отсчета, с которой начинается история нашего города и ОИАИ, можно считать 1946 год. По инициативе руководителя советского атомного проекта Игоря Васильевича Курчатова правительством СССР было принято решение построить в районе поселка Ново-Иваньково ускоритель протонов, синхроциклотрон на энергию 680 миллионов электрон-вольт. Это был в те годы самый крупнейший в мире ускоритель заряженных частиц. Проект, надо сказать, был завершен в кратчайшие сроки уже к концу 1946 года. Первый исследовательский центр, созданный в поселке Ново-Иваньково, назывался Гидротехнической лабораторией Академии наук СССР. Возглавил ее Михаил Григорьевич Мещеряков. Его заместителем был Венедикт Петрович Желепов. Это имена, которые вошли в нашу историю, историю нашего института. А в 1953 году лаборатория была переименована в Институт ядерных проблем Академии наук. И в этом институте на синхроциклотроне была развернута большая научная программа фундаментальных и прикладных исследований. Исследования были посвящены изучению свойств ядерной материи. В то же время здесь была образована новая электрофизическая лаборатория Академии наук СССР, в которой под руководством академика Владимира Иосифовича Векслера велись работы по созданию нового, самого крупного в то время в мире ускорителя синхрофазотрона с рекордной для того времени энергией ускоренных протонов 10 миллиардов электрон-вольт. Открытие Векслером в 1944 году явления автофазировки, использованное при сооружении синхрофазотрона, оно отмечено было Нобелевской премией и до сих пор лежит в основе создания всех циклических ускорителей высоких энергий. В 50-е годы мировое научное сообщество пришло к убеждению, что крупные ядерно-физические проекты должны быть международными, потому что для строительства больших ускорителей
требовалось объединение экономических и интеллектуальных ресурсов, а также это служило надежной гарантией мирного использования открытий атомной науки. И вот в 1954 году вблизи города Женевы по инициативе Соединенных Штатов Америки была создана Европейская организация ядерных исследований, которая называется ЦЕРН. Очень скоро, надо сказать, что, к сожалению, доступ в эту организацию для стран Варшавского пакта будет закрыт, и потому через полтора года, в 1956 году, по инициативе правительства СССР, эти страны приняли решение образовать Объединенный институт ядерных исследований в целях объединения усилий по развитию фундаментальных исследований в интересах мирного использования атомной энергии. И в том же, в 1956 году научный городок Уяи вместе с поселком Большая Волга был преобразован в город, получивший название Думна. Таким образом, день рождения, год рождения нашего института и год рождения города Думна, они практически совпадают, что является общим для нас большим праздником. Ну, вы можете видеть на слайде цитату из информационного сообщения заседания Президиума Академии наук СССР 26 марта 1956 года. УИАИ был создан на основе соглашения, подписанного 26 марта в Москве представителями в начале 11 стран-учредителей с целью объединить их усилия. Очень мудро новый институт был назван именно объединенным, а не восточным, надо сказать, как предлагали некоторые деятели. Вот, и название именно объединенное открывало путь как бы, в эту международную организацию всем заинтересованным странам. 1 февраля 1957 года ОИЯИ был зарегистрирован в Объединенных Нациях, и на момент образования наш институт объединял 11 государств, а в сентябре того же года к нам присоединилась Демократическая Республика Вьетнам, в 1976 году Республика Куба. После подписания соглашения об образовании ОИЯИ в Дубну приехали специалисты из разных стран мира. Город стал международным. Первым директором Объединенного института ядерных исследований был избран Дмитрий Иванович Блохинцев, под руководством которого только что завершилось создание в первой в мире атомной электростанции в городе Омске. А первыми вице-директорами ОИЯИ стали профессора Мариан Даныш, Польша, и Вацлав Вотрова из Чехословакии. На долю первой дирекции выпал, надо сказать, один из наиболее трудных и ответственных периодов жизни института – время его становления. История становления Объединенного института связана, конечно, с именами крупнейших ученых, которые стояли у основания института. И вот на слайде, который вы здесь видите, в верхнем ряду основатели института и основатели лаборатории. Балдин, Желепов, Бексер, Боголюбов, Плохинцев, Флеров, Франк, Мещеряков. Деятельность УИАИ основана на национальных научных школах мирового уровня в области теоретической и экспериментальной физики. Представители этих школ во втором ряду, вы можете их видеть, Инфильд, Неводничанский, Пантекорова, Ванганчан, Яныш, Анджаков, Петросян, Холубей, из многих стран, которые составили, образовали Объединенный институт. Благодаря вот этим выдающимся ученым удалось сформировать исследовательские направления института, создать уникальные базовые установки, разработать оригинальные методики экспериментов. Традиции национальных научных школ позволили институту выжить и оставаться, как говорят, на плаву в трудные 90-е и, так сказать, нулевые годы. Ну, это всем известный период времени, он всем был непрост. Но именно этим ученым, основателям нашего института, мы отдаем должное в создании той особенной атмосферы тесного творческого сотрудничества, которое помогало получать выдающиеся научные результаты, которыми мы гордимся и сегодня. Институт сегодня имеет в своем составе 7 лабораторий, каждую из которых по масштабам своей научной программы и степени оснащенности можно сравнить с большим институтом. И вот лаборатория теоретической физики, которая сегодня носит имя Николая Николаевича Боголюбова, образована 25 марта 1956 года, через несколько месяцев после образования института. Многие фундаментальные, основополагающие работы, выполненные теоретиками Дубны, признаны классическими. Международным признанием пользуются школы теоретической физики, основанные Боголюбовым, Блохинцевым, Марковым и другими. И ведущиеся сегодня в ЛТФ исследования, надо сказать, носят междисциплинарный характер. Они непосредственно интегрированы в международные проекты и тесно скоординированы с экспериментальными программами Объединенного института.
Лаборатория ядерных реакций была основана в 1957 году. Ее основателем и руководителем на протяжении более 30 лет был выдающийся советский физик, академик Георгий Николаевич Флером, имя которого носит лаборатория. За последние годы в ЛИАР было синтезировано 6 новых химических элементов с атомными номерами от 113 до 118 и около 50 новых изотопов трансактинидов. Впервые получено прямое экспериментальное подтверждение доказательства существования острова стабильности сверхтяжелых элементов. В знак признания выдающихся достижений лаборатории ядерных реакций в области синтеза сверхтяжелых элементов 22-30 августа 1997 года на сессии Генеральной Ассамблеи Международного союза чистой и прикладной химии АЮПАК в Женеве 105-му элементу, открытому в ЛИАР, было присвоено название дубни. В 2012 году состоялось официальное признание совместным комитетом международных союзов чистой и прикладной химии и чистой и прикладной физики приоритета российско-американского коллектива ученых в открытии на ускорительном комплексе ЛИАР в УИАИ новых сверхтяжелых элементов с атомными номерами 114 и 116. Эти элементы названы флеровий в честь лаборатории ядерных реакций, ее основателя, академика Флерова, и ливерморий в честь Ливерморской национальной лаборатории и города Ливермора США, наших главных стратегических партнеров. В самый канун Нового года АЮПАК этого вот Нового года объявила признание авторства открытия новых, наиболее тяжелых из всех сверхтяжелых элементов с атомными номерами 115, 117 и 118. 115 элемент, который был синтезирован дубнинскими учеными в 2003 году, скоро получит, как предлагают авторы эксперимента в ЛИАР и Ливерморской лаборатории США, имя Московии. Таким образом, мы намерены выразить благодарность Московскому региону и Московской области за особую поддержку решением губернатора, за поддержку. Потому что известно, что решением губернатора Московской области нашей лаборатории ядерных реакций для создания фабрики сверхтяжелых элементов был выдан грант правительства Московской области в сферах науки, технологии, техники и инноваций. Лаборатория нейтронной физики имени Ильи Михайловича Франка основана в 1956 году. Этому предшествовала такая знаменательная история. В середине 1956 года Блохинцеву Дмитрию Ивановичу предложили возглавить только что созданный в Дубне Международный институт. И он поставил перед министром Ефимом Павловичем Славским, который отвечал за создание УИАИ, условия принять решение о сооружении в Дубне новой установки импульсного реактора на быстрых нейтронах, который называется нами ИБР. Для развертывания физических исследований на этом реакторе и была образована лаборатория нейтронной физики, а ее директором был избран Илья Михайлович Франк. Огромную роль в развитии исследований на импульсном реакторе сыграл выдающийся ученый Федор Львович Шапира, во многом определивший научную программу лаборатории. Сейчас в лаборатории нейтронной физики развивается комплексная научная программа по исследованию нейтрона как элементарной частицы и также по использованию нейтронных пучков для исследований в области ядерной физики, физики конденсированных сред и в ряде современных прикладных научных исследований. Основная база научной установки – импульсный реактор ИБР-2, который после модернизации сохраняет свои параметры на мировом уровне, является единственной установкой этого класса в мире. Реактор ИБР-2 оснащен комплексом спектрометров для проведения широкого круга исследований по актуальным направлениям ядерной физики и физики конденсированных сред. На спектрометрах развернута широкая исследовательская программа пользователей из всех стран мира, позволяющая физикам, химикам, биологам, геологам, материаловедам получать время для пользования спектрометрами, время на пучках нейтронов и высококвалифицированную поддержку ведущих специалистов лаборатории нейтронной физики. В 1966 году в УИАИ создается лаборатория вычислительной техники и автоматизации, а в 2001 году она уже называется лабораторией информационных технологий, и возглавляет ее Михаил Григорьевич Мещеряков. Ядром всей вычислительной инфраструктуры института в настоящее время является центральный информационно-вычислительный комплекс, который ежегодно
позволяет выполнить на нем более 5 миллионов задач. Ресурсы этого центра могут использоваться широко как для в международных проектах, так же международных проектов для распределенных вычислений, для сбора и обработки больших массивов данных. И вот сейчас, ну скажем, в ЦЕРНе это данные, получаемые на Большом адронном коллайдере, в таких крупных экспериментальных установках Atlas, Алиса, CMS, CBM. Ну и он будет приспособлен для получения данных на таких установках, как CBM в Дармштадте, в проекте FAIR, и на получаемых на нашей создаваемой сейчас установке NICA MPD. И, конечно, большие возможности предоставляются локальным пользователям, сотрудникам, которые работают или приезжают для работы в Объединенный институт ядерных исследований. А уже в марте прошлого года была проведена инаугурация созданного только что центра уровня ТИР-1 для обеспечения потребностей международного крупного эксперимента CMS на LHC. Лаборатория радиационной биологии института была создана в 2005 году на базе отделения радиационных и радиобиологических исследований ОИАЭ. Благодаря широкому спектру источников излучения, которым располагает ОИАЭ, лаборатория радиационной биологии с полным правом может претендовать на лидерство среди других научных организаций России и стран-участниц ОИАЭ в области изучения закономерностей и механизмов биологического действия ионизирующих излучений с разными физическими характеристиками. В лаборатории реализуется международная программа радиобиологических исследований, включающая изучение различных аспектов действия тяжелых заряженных частиц на молекулярном, клеточном, тканевом уровнях, ну и на уровнях организма. В лаборатории развивается новое теперь научное направление – астробиология, направленное на изучение вопросов происхождения жизни на Земле, которое сейчас привлекает внимание всего научного мира. Проводятся биогеохимические исследования космической пыли, исследования по поиску следов жизнедеятельности и микроорганизмов в метеоритах и древних земных породах, изучаются вопросы исследования космического вещества методами ядерной физики. С первых лет основания института его руководители начали предпринимать активные действия для привлечения в Дубну талантливой молодежи. В 1961 году в Дубне открылись две базовые кафедры на базе филиала научно-исследовательского института ядерной физики Московского государственного университета. В 1991 году ОИАЭ, МГУ и МИФИ учредили учебно-научный центр. Первым директором центра была Светлана Иванова, внесшая огромный вклад в создание и развитие центра. И ежегодно в настоящее время более 400 студентов, старшекурсников и аспирантов из университетов стран-участниц ОИАЭ проходят обучение и практику в лабораториях института под руководством ведущих ученых института. Проводятся летние студенческие практики, школы, специальные семинары, видеоконференции. Совместно с ЦЕРН организуются ежегодные научные школы для учителей физики из стран-участниц ОИАЭ. Создана научно-инженерная группа для реализации учебных программ по подготовке инженеров-физиков на действующих и сооружаемых установках и комплекс учебных лабораторий, оснащенных современным оборудованием и рядом уникальных установок. Здесь проводятся лабораторные практикумы по атомной физике, оптике и молекулярной физике, работают учебные лаборатории ядерной физики. На этом слайде вы, коллеги, можете видеть портреты директоров ОИАЭ. Все они ученые с мировыми именами, лауреаты многих всевозможных премий, награждены многими правительственными наградами разных стран мира. Мы, конечно, несомненно, должны отдать им должное в том, чем сегодня является наш международный институт. Начиная с 1992 года, после распада Советского Союза, в деятельности института наступил качественно новый этап. 18 независимых государств, среди которых 9 республик бывшего Советского Союза, стали странами-участницами института. Стабилизации ситуации в институте в значительной мере способствовало подписание соглашения между ОИАЭ и правительством Российской Федерации, которое было ратифицировано в 2000 году в качестве федерального закона Российской Федерации. В соглашении подтверждены правовые гарантии ОИАЭ как международной межправительственной организации,
соответствующие общепринятым международным нормам. Тем самым можно утверждать, что сегодня ОИАИ – это подлинный международный проект на российской земле. Надо отметить, что ратификация соглашения – это большая заслуга бывшего в то время директора ОИАИ академика Владимира Георгиевича Кадышевского, который успешно руководил институтом в непростой период его развития. Его преемник, академик Алексей Нарадович Саакян, очень много сделал для формирования программы развития ОИАИ на длительный период и дал своеобразный, я бы сказал, пассионарный толчок развитию ОИАИ, в частности, проекту создания в нашем институте сверхпроводящего коллайдера тяжелых ионов проект НИКА, который является флагманским проектом долгосрочной программы развития нашего института. Членами ОИАИ в настоящее время являются 18 государств. Они перечислены на этом слайде, который можете видеть. Кроме того, есть страны, ассоциированные члены института, это Венгрия, Германия, Египет, Италия, Сербия, Южноафриканская республика, с которыми институт строит отношения на основе двусторонних межправительственных соглашений. Институт поддерживает связи более чем с 800 научными центрами и университетами в 65 странах мира. Только в России крупнейшего партнера ОИАИ сотрудничество осуществляется с более чем со 170 исследовательскими центрами, университетами, промышленными предприятиями и фирмами из 55 городов. В выполнении научной программы института участвуют более 260 научных центров, университетов и предприятий из 10 государств СНГ. ОИАИ имеет статус наблюдателя в ряде европейских научных структур, а именно в стратегической рабочей группе по физическим и инженерным наукам Европейского стратегического форума по исследовательской инфраструктуре, ESFRI, такая организация, созданная Европейской комиссией, в Европейском консорциуме по физике частиц и астрофизике, АПЕК. ЦЕРН и ОИАИ обладают взаимным статусом наблюдателя. ОИАИ в Совете ЦЕРНа, а ЦЕРН в Комитете полномочных представителей государств-участников ОИАИ. Вообще, надо сказать, что с самого начала работы нашего института была взята очень правильная политика на тесное сотрудничество с Европейской организацией ядерных исследований. И при создании нашего объединенного института с самого начала мы очень тесно взаимодействовали с ведущими учеными мира и Западной Европы, и сотрудниками ЦЕРНа. И это привело к тому, что мы давно являемся международными центрами, партнерами, стратегическими партнерами. С недавнего времени ОИАИ имеет своего представителя в экспертном комитете Европейского научного фонда РНЦНУПЕК. И работа в этом направлении идет, потому как представители стран, участников института нашего, считают крайне важным развивать международные связи, позволяющие институту нашему интегрироваться в международные научные программы. Научную политику ОИАИ определяет ученый совет, в состав которого входят крупные ученые стран-участниц, а также известные физики Венгрии, Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, США, Франции, Швейцарии, ЦЕРНа. В 2009 году ученый совет одобрил 7-летнюю научную программу развития института на период 2010-2016 годы. Сегодня мы как раз находимся в последний год этой вот намеченной программы. Тем самым как бы перед нами стоит совершенно новый этап жизни института. И поэтому неудивительно, что мы сейчас тесно работаем по разработке долгосрочной программы развития объемного института на период с 2017 до 2023 и далее до 2030 годов. При разработке дорожной карты, лежащей в основе семилетки, в институте исходили из того, что ОИАИ должен сохранять или завоевать лидирующие позиции в мире в определенных исследовательских областях или сферах. При этом в первую очередь учитывались как мировые тенденции развития науки, так и заинтересованность наших стран-участниц. Это важный для нас документ, нацеленный на концентрацию наших кадровых и финансовых ресурсов для реализации амбициозных проектов, входящих в программу. И сейчас, как вы знаете, разрабатываем следующую семилетку. Здесь мне хочется выразить слова признательности нашим коллегам, ведущим ученым мира, членам Комитета полномочных представителей ОИАИ,
финансовому комитету, ученому совету ОИАИ, программно-консультативным комитетам за их постоянную поддержку, экспертные оценки, внимательное отношение ко всем проблемам, над решением которых занимается наш биоинститут, и ценное предложение. Вы знаете, что у ИАИ в настоящее время реализуется весьма амбициозный проект, проект НИКА. Это создание ускорительного комплекса, включающего модернизированный ускоритель тяжелых ионов нуклеотрон-М, бустер, коллайдер тяжелых ионов и поляризованных частиц. Основная цель проекта НИКА – это исследование экстремальных состояний адронной, то есть сильно взаимодействующей материи в областях фазовых переходов, то есть изучение критических явлений, которые могут возникать в сверхплотной барионной материи в условиях высоких температур. Работы ведутся в соответствии с графиком. Но я только что упомянул, что вчера мы официально открыли начало строительства комплекса НИКА. Но это, собственно, строительство гражданского, значит, части проекта, но работа над технологией самого ускорителя, над технологией его детекторов, она продолжается уже многие годы и очень интенсивно. Темп этих работ чрезвычайно возрос в последние годы. Сейчас можно сказать, что уже примерно с 50 организациями России и других стран участниц подписаны контракты на производство определенных элементов технологии ускорителя и детектора. У нас имеется очень тесное взаимодействие с 16 научными организациями России и примерно 79 научных организаций мира из 24 стран активно участвуют в создании, в реализации проекта НИКА. На слайде вы можете видеть фабрику для сборки и испытаний сверхпроводящих магнитов для колец НИКА и ускорителя проектора FAIR, реализуемого в Германии, в институте GSI. Эта лаборатория открыта, вот это производство открыто в лаборатории физики высоких энергий. Здесь уже идет интенсивная работа над серийными образцами. Всего предстоит изготовить более 170 магнитов для ускорителя СИС-100 в Дармштадте и 250 магнитов для бустера и коллайдера НИКА. На втором снимке запечатлен момент визит президента России Владимира Ильича Путина в 2011 году, когда на территории института в Дубне проходило заседание высокой правительственной комиссии Российской Федерации по высоким технологиям и инновациям под руководством Владимира Ильича Путина. Именно на этой комиссии было определены 6 потенциально возможных мега-сайенс-проектов для реализации на территории России. И проект НИКА как раз казался лидирующим проектом в этом списке. НИКА имеет статус в настоящее время мега-сайенс-проекта, опирающегося на специальную поддержку правительства Российской Федерации. Средства для этого в этом году уже заложены в бюджет. Основной задачей проекта DRIPS-3, то есть это программа создания пучков радиоактивных ионов в Дубне, является создание первой в мире фабрики сверхтяжелых элементов. Установка сделает возможным осуществлять синтез 119, 120 и 121 элементов. Причем можно будет получать эти элементы не в штучных, как говорится, количествах, а, можно сказать, в размерах многих десятков и сотен, для того, чтобы детально исследовать свойства этих сверхтяжелых элементов, физика которых значительно отличается от физики более легких ядер. С запуском нового ускорителя DC-280, такой самый мощный когда-либо создаваемый для таких исследований циклотрон, на порядок увеличивает интенсивность ионов по сравнению с теми, что имеется сегодня. Успешно реализуется пользовательская программа на модернизированном комплексе спектрометров исследовательского импульсного реактора ИБР-2, полностью обновленного в соответствии с текущей 7-летней программой развития ОИАИ. Эти работы интегрированы в 20-летнюю европейскую стратегическую программу по исследованиям в области нейтронного рассеяния. Специалисты из многих стран мира и сотрудники ОИАИ проводят около сотни экспериментов ежегодно по физике, метеороловедению, химии, биологии, биофизике, экологическому мониторингу, геологии, прикладным исследованиям, направленным изучению строения и свойств наносистем и новых материалов, биологических объектов на разработку и создание новых электронных, био- и информационных нанотехнологий. Всего лишь несколько недель назад в Дубне проходило заседание
Европейского комитета, созданного Организацией Объединенных Наций, по проблеме чистый воздух. И здесь, в Дубне, собралось 36 представителей 36 стран, которые очень высоко оценили те работы, которые ведутся на нейтронных пучках лаборатории нейтронной физики. И нашему институту, этой лаборатории, была поручена роль координатора мировых исследований в этой области в интересах решения проблем обеспечения чистым воздухом городов мира. Отличительная черта лаборатории ядерных проблем – это проведение широкой программы исследований по нейтринной физике и астрофизике. Изучение свойств нейтрино – это традиционная область исследований в лаборатории ядерных проблем, в соответствии опирающейся на пионерские идеи и ту школу, которая была основана Бруно Пантекорво. Ровно год назад, в первых числах апреля 2015 года, учеными Института ядерных исследований Академии наук, Российской Академии наук в Москве и Объединенного Института ядерных исследований, а также ряда российских и международных научных организаций, входящих в коллаборацию «Байкал», развернут и введен в эксплуатацию первый кластер создаваемого нейтринного телескопа кубокилометрового масштаба. Это очень интересно. Снова вы можете видеть, лишь один вот слайд показывает характер работы, которая проводится весною каждого года по погружению новых элементов этого детектора на дно, проведению ремонтных работ, восстановительных, выведению информации на береговой научный центр. Надо сказать, что это наиболее дешевый и эффективный способ работы по созданию глубоководных нейтринных детекторов, которые используют возможности вот озера Байкал. Прежде всего, озеро Байкал – чрезвычайно чистое озеро, которое повышает чувствительность детектора самого. И кроме того, наличие льда весною на Байкале более чем 1 метр толщины позволяет проводить очень дешево эти работы. В настоящее время в составе УИА есть 7 крупных лабораторий. Каждая из лабораторий по масштабам исследований сопоставима с большим академическим институтом. Штат УИА насчитывает около 4500 человек. Из них более 1200 – это конкретно научные сотрудники, в том числе действительные члены и члены-корреспонденты национальных академий наук, более 260 докторов наук, 570 кандидатов наук и около… Да, кроме того, в институте есть около 2000 высококвалифицированных инженерно-технических кадров, есть соответствующие кадры и подразделения обслуживания. Важнейший показатель деятельности института, конечно, в наше время считается, это его публикационная активность. Разумеется, это не самый главный параметр, характеризующий уровень исследований в институте, но, тем не менее, показатель важный, и это признано в мире. И вот результаты последних лет, их сравнение с аналогичными данными ЦЕРНа, ежегодно приводятся на всех заседаниях Комитета полномочных представителей и на заседаниях ученого совета. Вы можете их видеть здесь. Дорогие друзья, в завершение своего выступления позвольте мне от имени дирекции и ученого совета УИАИ сердечно поздравить интернациональный коллектив Объединенного института ядерных исследований, наших коллег, работающих в институтах, научных организациях стран-участниц Объединенного института, наших ветеранов, внесших огромный вклад в развитие нашего института, наших дорогих гостей, прибывших к нам на наш юбилей, и всех присутствующих в этом зале, 60-летием нашего международного института. Я хочу пожелать всем самого лучшего в этой жизни, доброго здоровья, новых сил, благополучия вокруг, радости в ваших семьях и, конечно, больших новых достижений науки. Спасибо вам. Объединенный институт ядерных исследований находится в прекрасном городе на Волге, наукограде Дубна, который мы все очень любим. Слово предоставляется главе города Дубны Вячеславу Борисовичу Мухину.
Петр Анатольевич, уважаемые ученые, сотрудники, специалисты Объединенного института ядерных исследований, примите мои самые искренние поздравления с 60-летием ОИЯЭ. Объединенный институт является основой нашего города, и я искренне рад признать, что развитие нашего города, нашей Дубны, это заслуги, во многом заслуги и успехи наших ученых. Спасибо. Сегодня Объединенный институт – это международный научный центр, где реализуются международные проекты, имеющие самое-самое значение мирового уровня. На протяжении 60 лет Объединенный институт является генератором самых больших, самых светлых идей и примером по их реализации. Я уверен, что каждый житель нашего города, даже если он не имеет совсем отношения к фундаментальной науке и к физике, осознает и гордится, что один из элементов периодической системы Дмитрия Ивановича Менделеева носит название нашего города. А аура и атмосфера, которая создает научное сообщество города Дубны, ученые, специалисты, члены их семей, имеет необычное значение, притягательное и делает наш город уникальным. Я благодарю, искренне благодарю руководство Объединенного института за то, что они прикладывают очень много усилий, чтобы содержать, чтобы развивать сооружения культуры и спорта. Это в том числе Декамир, это бассейн Архимед, это стадион Наука. И благодаря научному сообществу и руководству Объединенного института в городе всегда присутствует дух творчества, культуры и спорта. Я думаю, что проект, который мы сейчас совместно делаем, это благоустройство набережной, будет по праву оценен дубницами, и это место останется наиболее любимым для отдыха наших горожан. Для города Дубны очень значимая дата образования института. И пусть у института будет блестящее творческое будущее, пусть будут новые открытия, новые достижения – на благо нашего города, нашей страны, мира. С праздником вас! Спасибо. 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 Виктор Анатольевич, вы шесть десятилетий работали как часы. Мы вам дарим часовой механизм, разработанный на швейцарских технологиях, но с лучшими видами Наукограда Дубна. О. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Дорогие друзья, мы глубоко благодарны вообще за теплые слова и лучшие пожелания. Должен сказать, что мы всегда благодарны городу за совместное решение наших общих проблем и готовы всегда сотрудничать вместе. Спасибо. От имени городских предприятий слово имеет генеральный директор ОАО МКБ «Радуга», председатель Совета директоров предприятий города Дубны Владимир Николаевич Трусов. Как раз только выйдешь, сразу звонят. Наверное, подслушивают. Уважаемый Виктор Анатольевич, уважаемые коллеги, друзья, товарищи, гости, ну, в общем, земляки, мне, как председателю Совета директоров градообразующих предприятий города, его научно-промышленного комплекса, да и всех предприятий, сегодня, конечно, большое чувство и ответственности, с другой стороны, удовольствие, что сегодня нашему великому институту, коллективу, день рождения, 60 лет. Конечно, может быть, это небольшая дата, но мне кажется,
Сколько бы ни говорили о достижениях ОИЯИ, наверное, все равно не хватит ни книг, ни слов даже в русском языке. Не буду останавливаться на ваших научных достижениях, но хотелось бы отметить здесь, что вот мы видим главное. Вот такие вехи, которые обозначает Объединенный институт ядерных исследований. Вот здесь начиналось и доклад, и другие слова о международности. Представляете, наш институт, Объединенный институт ядерных исследований, это есть пример сотрудничества международного между всеми странами. Как можно вместе работать без всяких войн, без всяких, как говорят, коллизий. Вот я думаю, что если бы поручили бы коллективу института, его дирекции во всем нашем земном шаре объединить усилия на мирные дела, я думаю, вы бы справились. Сегодня, ну, конечно, понятно, институт – это фундаментальных исследований. Но, с другой стороны, вы есть фундамент сами по себе, фундамент нашего города. А на таком фундаменте, я считаю, можно построить любое поселение, значит, пережить все коллизии, которые бывают. Спасибо вам за фундамент. Спасибо. Спасибо. Вы упомянули в своем докладе о великом открытии, сделанном в Ляре, это открытие островов стабильности. Но ведь сам институт является стабильной частью развития нашей науки. Да и город наш, он же тоже как-то, вообще-то остров, и не один даже, если посмотреть нашу географию. Что не хватает в этих исследованиях и наших задачах? Мост бы построить между островами. Вы знаете, Виктор Анатольевич не все сказал. Вчера Андрей Юрьевич вообще-то пообещал в этом году начать строить. Надеемся, да, что через 5 лет, когда институту будет 65 лет, мы уже с вами пройдем это правда, по этому мосту. Это, так, это вот правда. Это правда. Абсолютная правда. Ну и, дорогие друзья, конечно, самое ценное, что есть в институте, это коллектив, это люди. Дорогие друзья, с праздником вас, здоровья, удачи, новых достижений, новых исследований и новых результатов. Ну, а теперь о небольшом подарке. В чем смысл этой небольшой картины? Это нарисовали наши художники нашего города, нарисовали наш институт, изобразили. И, конечно, вот ту часть его деятельности – это мир, за мир, за то, что вы делаете для нашего мира и спокойствия. Спасибо. С праздником, живите долго. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Очень теплый. Спасибо, Владимир Николаевич, за теплые слова. И, дорогие коллеги, должен сказать, что мы обязаны в значительной степени Владимиру Николаевичу и возглавляемому им совету директоров нашего города тем, что наше взаимодействие в городе обходится без войн и коллизии, а как раз в мирных целях. Спасибо вам за это. За большой вклад в развитие отечественной науки и многолетний добросовестный труд в день юбилея института почетным званием «Почетный работник науки и техники Российской Федерации». Ой, простите, пожалуйста, в день юбилея института Министерство науки и образования Российской Федерации награждает 3 сотрудников Объединенного института ядерных исследований почетным званием «Почетный работник науки и техники Российской Федерации». На сцену приглашается вице-директор Объединенного института профессор Михаил Григорьевич Иткис. Спасибо. Это тоже служит, да? Да. Да.
Так лежать. Ну, я думаю, что эта награда, она свидетельствует только о том, что наш институт и наш коллектив действительно вносит огромный вклад не только в международную науку, но и, безусловно, в развитие науки в Российской Федерации. Спасибо. На сцену приглашается сотрудник лаборатории теоретической физики профессор Анатолий Васильевич Ефремов. Она заслужена. Спасибо тебе большое. На сцену приглашается сотрудник лаборатории теоретической физики профессор Валерий Константинович Лукьянов. Сегодня вручены награды таким людям, о которых говорить, наверное, не имеет смысла. Вы все их хорошо знаете. Это истинные ветераны института, которые дали силы и отдают свои силы развитию института и его продвижению вперед. Поэтому давайте пожелаем им, их близким всего самого наилучшего и, конечно, больших новых успехов. Вот уже более 10 лет ежегодно в день рождения Объединенного института награждаются лучшие учителя школ нашего города. Сегодня мы поздравляем победителей на грант ОИЯИ за 2015 год. Для награждения слово предоставляется директору института Виктору Анатольевичу Матвееву. Свидетельство о присуждении гранта Объединенного института ядерных исследований за педагогическое мастерство вручается Опариной Людмиле Числавне, учителю математики школы номер 5. Свидетельство о присуждении гранта УИЯИ вручается Байшеевой Ольге Алексеевне, учителю физики гимназии номер 3. Свидетельство о присуждении гранта Объединенного института ядерных исследований вручается Бекановой Наталье Викторовне, учителю биологии школы номер 1. Свидетельство о присуждении гранта вручается Клоковой Ольге Михайловне, учителю информатики лицея Дубна. Свидетельство о присуждении гранта вручается Цыбровой Ирине Александровне, учителю информатики гимназии номер 11. Это ваша наука сейчас самая, наверное, главная. Самое лучшее пожелание вам.
Свидетельство о присуждении гранта вручается Николаенко Ольге Сергеевне, учителю иностранного языка школы номер 9. Свидетельство о присуждении гранта вручается Смирновой Екатерине Геннадьевне, учителю русского языка и литературы школы номер 5. Свидетельство о присуждении гранта вручается Шилкиной Наталье Николаевне, учителю начальных классов гимназии номер 11. Свидетельство о присуждении гранта вручается Крупской Евгении Михайловне, учителю физкультуры школы «Возможность». Свидетельство о присуждении гранта Объединенного института ядерных исследований вручается Леоновичу Александру Анатольевичу, педагогу дополнительного образования УНЦ ОИЯИ. Видите, как хлопать, да? Потому что это, может быть, одно из самых важных дел, что вы делаете, да? Это первое мы, первое такое. Все. Пожалуйста, успехов. Дорогие друзья, что может быть прекраснее, чем вот быть учителем, которым гордятся их ученики и гордятся их родители, их должен гордиться весь город. Поэтому, когда мы обсуждали на нашей комиссии, которая в порядке конкурсного выбора обсуждала, это было, знаете как, это такое было желание сделать что-то очень хорошее, потому что действительно это самая большая благородная работа, которая, наверное, может быть сделана. И смотрите, какие прекрасные, красивые люди. Так что давайте пожелаем им больших успехов. Сделай фотографию. Уважаемые гости, а теперь переходим к концертной программе нашего праздничного вечера. Сегодня, в этот праздничный день, поздравить сотрудников института с праздником приехал один из лучших творческих коллективов нашей страны – Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». Встречайте! Встречаем виртуозы Москвы.
художественный руководитель и главный артист СССР маэстро Владимир Спиваков. Вольфганг Амадей Моцарт, дивертисмент. Thank you.
Джоакино Россини, соната номер 3, финал. Симфония ре минор. Thank you.
Thank you.
концерт «Экзультате юбиляте». Солистка Анастасия Белукова, солистка театра «Новая опера». Thank you.
Анастасия Винукова. Шостакович, «Элегия и полька». Thank you.
В заключении концерта Астор Пьяццолла, цикл «Времена года в Буэнос-Айресе» для скрипки с оркестром. Солисты, лауреаты международных конкурсов: Денис Шульгин, Лев Иомдин, Георгий Цай, Евгений Стембольский.
Thank you.
Ольга, любви, а здоровья. Объединенного института ядерных исследований академику РАН Виктору Анатольевичу Матвееву. Дорогой Владимир Теодорович, дорогие виртуозы Москвы, позвольте от нашего Объединенного института ядерных исследований, от всех собравшихся в этом зале, сердечно поблагодарить вас за этот огромный подарок на наше 60-летие. Действительно, большое вам спасибо. Жаль, что этот зал не мог вместить всех желающих. Ваша музыка берет за сердце, невозможно слушать без слез. Вы знаете, вот, кажется, красота звучания, которую вот вы извлекаете из этой благородной музыки, она позволяет поспорить с красотой физических законов, которые еще в физике. Да? Вот, гармония звучания ваших инструментов, она, может быть, даже больше говорит о начале мира и природе мира, чем теория большого взрыва, которую физики все еще строят. Так что большое вам спасибо. Спасибо.
вечер завершен. Спасибо за внимание и до новых встреч.